дружба – это серьезно. Если с другом вышел в путь, веселее дорога. В общем, это, по сути, квинтэссенция дружбы. Друзей мало, друзей много не бывает. У меня есть друзья, которых я не вижу годами, но я знаю, что они мне помогут. Друг всегда придет на помощь. Встретившись с ними, мне, в общем, с ними не о чем говорить. Ничего не нужно говорить, ничего не нужно объяснять, ничего не нужно просить. Все понятно. У тебя есть друг, он к тебе придет, он тебе поможет, даже если ты не прав, даже если ты его обидел. А есть друзья, наоборот, которые ты с ними сидишь, тебе с ними очень интересно. Но если у тебя что-то случится, ты не уверен, в общем, что они тебе помогут. Конечно, в бане с друзьями у нас есть общие темы. Женщины, футбол, женщины, компьютерные игры, женщины. Дружба с детства – самая крепкая дружба. Если удается ее пронести, то она действительно до конца жизни. Фу. Дружбы между мужчиной и женщиной быть априори не может. Женской дружбы я не понимаю, я ее не встречал. Глупо дружить с женщиной. У тебя есть друзья, мужчины, с ними можно всегда пообщаться. А с женщиной-то чего общаться? Женщину любить надо. Не умеешь любить – сиди и дружи.